Ребята, всем привет! Сегодня хочу поговорить про еще один интересный криптопроект. Это Papercoin. Итак, что же это такое? Так вот, Papercoin – это торговля акциями, также ETF цифровыми активами и различные рыночные результаты. Вы можете прямо сейчас принять участие в продаже токенов. Для этого нужно пройти регистрацию на их сайте. Делать я этого сейчас не буду, но кого интересует, те, я думаю, что сами без проблем в этом всем разберутся. Ну что ж, в принципе возникает, я думаю, что у многих вопрос, что же делает данный проект. Так вот, у них есть акции и ETF, то есть можно инвестировать начиная с всего лишь $5, то есть доступно всем абсолютно, даже самым, скажем так, маленьким инвесторам. Также у них есть криптовалюты, вы можете покупать и продавать криптовалюты, причем более 45 криптовалют у них представлено, что очень неплохо. Делать также можно различные прогнозы на изменение курса. Также можно разобрать свой портфель, то есть могут быть и акции, и криптовалюты вместе. Также у них есть функция денежного перевода, вы можете мгновенно платить друзьям и продавцам. Также можно делать ставки своей криптовалютой и получать награды. У них есть, кроме того, маржинальная торговля. Да, это рискованная штука, но тем не менее она тоже имеет право на жизнь. Если вы в этом разбираетесь, то можете на этом неплохо зарабатывать. И также низкие комиссии, что тоже является несомненным плюсом. Вот, что еще? У них есть своя валюта, это Pepe, она поддерживает экосистему V-Trade и использует разные кейсы Pepe, то есть прежде всего вы можете как раз таки данную валюту применять для различных ставок, то есть вы можете ее управлять, то есть делать голосование, к примеру, а также маржинальная торговля тоже здесь доступна, то есть ставка может быть до 500 токенов Pepe. Также вы можете еще и скидку получать, что совсем приятно, и выписывать различные платежи. Вот, и, соответственно, еще у них есть ставка наград. То есть стейкеры получают 50% комиссии за транзакции платформы, что тоже, безусловно, является преимуществом для дальнейшего роста проекта. Ну и далее видим распределение данных монет, тоже здесь все указано подробно. Вот, и, соответственно, видно, как распределяются заработанные средства. Также у них есть, допустим, white paper, но white paper сейчас разбирать не буду, возможно, сделаю отдельное видео, то есть white paper все-таки довольно объемный, возможно, его опять же таки разберу, но не сейчас. В принципе, что еще хочу сказать, что проект достаточно молодой по меркам криптовалют, то есть ему около года, хотя на самом деле это не так уж и мало, вот, но и тем не менее за это время они уже смогли добиться немалого, вот, то есть они уже прошли этап с различной разработкой, созданием данного токена, да, и, соответственно, допустим, вот регистрация SEC у них прошла, что тоже крайне немаловажно. Вот, ну и, соответственно, они разработали еще одну ранговую криптобиржу, ну и, соответственно, что нас ждет в перспективе, это, конечно же, уже платежи, торговля и развитие дальнейшего проекта. Ну и видим партнерские соглашения с разными проектами, допустим, с проектом Swift, Zabbox, SunPool, и многими другими. Ну и далее видим команду данного проекта, тоже можете с ней знакомиться более подробно, ну и связаться тоже при желании можно с помощью данной формы. В любом случае, опять же, проект довольно интересный, надеюсь, что вам понравился мой общий обзор. Ну и в принципе планирую еще разобрать данную платформу на основе white paper, так что ждите, совсем скоро это состоится.